Мы очень тщательно подошли к каждому из проектов. И каждый проект, о котором сегодня шла речь, он был презентован городу, он был презентован людям и одобрен. И хочу вам сказать, что мы не ожидали, какое количество людей откликнется на такую инициативу. Зеленый каркас города. Вы знаете, все районы, все общественные организации, люди, они сегодня все участвуют в создании этого проекта, потому что он стал, знаете, объединяющим для города Харькова. Ледовая арена. Это не просто занятие профессиональным спортом, это объединение людей. Сегодня люди хотят заниматься спортом, и для них нужно предоставить все возможности. И основная наша задача сегодня вместе убрать детей с улиц. Это очень важно и очень значимый проект для города Харькова. Ну и, конечно, проект, о котором мы говорили, океанариум, сегодня он уже в определенной степени готовности. Вы знаете, что мы открыли Харьковский зоопарк, который уже вошел в топ лучших зоопарков Европы. И очень хочется, чтобы в этом зоопарке был океанариум для города Харькова, как для сухопутного города, это очень важно. И я уверен, что мы вместе реализуем этот проект, мы как мэрия города Харькова готовы софинансировать, выделять деньги, поэтому очень хотелось бы, шановные пана президента, чтобы вы дали відповідне доручення. Ну и еще один проект, которым я очень хочу, чтобы он был осуществлен в городе Харькове в рамках великого будівництва, это первая многоуровневая развязка в городе Харькове. Мы этим решаем очень много вопросов. Во-первых, у нас есть район, население которого 350 тысяч человек. И эти 350 тысяч человек ежедневно должны доехать в центральную часть города и обратно. И, конечно, я очень хочу попросить, чтобы этот проект был осуществлен. Он инновационный для Харькова, он очень значимый. Он позволит разгрузить дороги Харькова, он позволит сегодня сделать безопасным движение для города Харькова, и он позволит, самое главное, людям комфортно, удобно добираться до работы и обратно. Поэтому очень надеюсь, что вы дадите соответствующее поручение, и мы вместе сделаем этот проект.